Эстафету флага первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья» приняли в столице Еврейской автономной области Биробиджане. Регион стал третьим субъектом, где побывали хранители знамени и талисманы предстоящих игр «Волчонок Ханни» и «Зайка Уся». Заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Андрей Садаев нанес герб области на полотно флага игр. На предстоящих играх Еврейская автономная область будет представлена в таком виде спорта, как шорт-трек. Область направила для участия молодую команду и верит в ее победу. Напомним, первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут во Владивостоке с 18 по 23 февраля по инициативе губернатора края Олега Кожемяка.